нужно нижний смотреть. Вот из окна такого автомобиля. Бля, вот это бомба вообще. Сколько скорость сейчас? 98? Нормально. Ощущается, как 180. Ощущается, я вообще, мне страшно. Не мог, места не хватает. Ну, нормально. Соляная биржа. Так. Вот, причем, ну, старинное здание. В 90-х годах здание прислывало плохой очень репутации. Там проходили перестрелки, было много бандитов. В дореволюционное время, если я не ошибаюсь, там было вот это вот государственное здание биржи как раз-таки. Вот. А сейчас там ресторан. Сейчас ты там покушаешь, посмотришь, как оценишь. Опасно. Это вот сюда? Да. Какой скаж? Доставай бабки. Все. А гостиница «Шератон». В этот приезд в Нижний Новгород мы живем в ней. Давайте посмотрим, что внутри есть и какой у нее номерной фонд. И какие есть прикольчики у них. Кстати, заселили быстро нас. Спасибо. Здесь ресеп. Так, завтрак справа. Как тут тихо. Так. Живем мы на пятом этаже. Там есть ресторан. Тут почему-то все болеют за «Зенит». Приехал лифт. Что есть в гостинице? В гостинице на первом этаже есть ресторан, бар, лаунж, бизнес-центр, банкомат, консьерж, конференц-зона, сейф, багаж, администрация. Это для тех, кто не умеет по-русски читать. Ну, ладно, фитнес и есть клуб. В клуб мы не брали доступ. Холл большой, красивый. Номерной фон большой. Во влог. А, мы заходили. У вас не было. Ага. Так, что у нас тут есть? Входная группа с большим зеркалом. И комната
наверное, квадратов 20. В комнате диван. Маленький, но понятно, телевизор. Стул. Кровать большая. В принципе, красиво. Это не первый номер в Шератоне наш. Вчера мы заехали в номер, потому что не знали. Открыли окно, и в окно налетели очень опасные мухи. Вы худшая семья, которую я встречал. Хотя, вы правы, я не обязан вас убивать. Но я хочу вас убить. Вас стой. Не делай этого. Не убивай этих людей. Это все моя вина. Это моих рук дело. Вот так вот торчит все из окон. Ну, если бы это не было бы там ценником дороже 10 тысяч за сутки, можно было бы не придираться. Но когда это такой ценник, они должны что-то делать, чтобы не было ни мух, не было ни пауков, ну и как бы не было вот таких всяких историй. Типа того, это лучше отель в Нижнем Новгороде. Понятно, красиво, все удобно. А есть сплит-система. Так как нельзя открывать окна из-за того, что будет прилет опасных насекомых, есть сплит-система, которая очень сильно дует. У нас она на самый максимум стоит. Вот так это выглядит. Думаю, что это слышно. У нас холодно, поэтому мы ее выключаем. Есть шкаф. В предыдущем номере не было кофемашины. Здесь есть. Мы не пробовали ее включать. Она вся в пыли. Да, это вот так выглядит в гостинице, в которой дороже 10 тысяч ночь стоит. Так все в пыли. Есть мини-бар. Цены, понятно, серьезные. Цены как вот надо. Сам номерной фонд не очень. Ну, я не знаю, можно, наверное, протереть. Кофемашина была. Ну, как минимум. Вот, есть холодильник. Есть шкаф, сейф. Водильная доска. Наш номер находится вот здесь. Прям недалеко от лифтов. Здесь много номеров еще. Дальше идет. Ну и ванна. Вот, слышали? Почему нельзя поставить стопу тут внизу? Или доводчик. Доводчик нельзя поставить. Жена боится этого всего. Вот так это выглядит. Опять-таки отель. 10 тысяч. Ночь. В ванной есть халаты, тапочки есть тоже, кстати, есть наборы. Ванна, понятно, красиво, все отлично. Но, смотрите, сейчас я вам покажу, как работает душ. То есть это максимум. Так работает душ у нас. Еле идет. Все, вода кончилась. Еще раз. Номер стоит дороже 10 тысяч за ночь. Душ еле работает. К сожалению. Понятно, все полотенца, все это есть. Номер супер красивый. Тапочки, как я сказал, тоже уже есть. Все платное. Все платное. Ну, то есть, из комплиментов была одна бутылочка воды. Из положительного. Это то, что отрицательное. То, что отрицательное. Прям, ну, это в глаза прям бросается. Здесь, в принципе, если паутину убрать, то более-менее чисто. Ну, и понятно, очень неприятно, когда в таком номере есть насекомые.
Очень удобная кровать, очень удобные подушки, очень удобные, очень хорошее одеяло, это все понятно. Вот такой номер. Гостиница «Шератон», Нижний Новгород. Вот. Ну, я бы не рекомендовал есть куда в Нижнем Новгороде. Более интересные места, куда потратить ваши деньги. Так, у нас есть еще на нашем этаже фитнес. Фитнес. Шератон фитнес, 24 часа. Так. Пожалуйста, раздевалочки. Все, кстати, очень круто. Есть сауна. Душевые. Пожалуйста, позанимался в сауну. Сейчас она, понятно, не работает. Ну, крутая, кстати, сауна. Можно самому включать. На одного. Так. Во. Все, я сам себе включил свет. Я вообще самостоятельный. Есть водичка. Полотенце. Пожалуйста. Отличный снаряд. Пожалуйста. Все, кто любит фитнес, можно позаниматься фитнесом. Тренерская. Это я. Пожалуйста. Это круто. Есть аварийный телефон. Ну что, сколько я вешу? Восемь семьсот. Ну это я потому что в носках. Так, 98,5. Такой фитнес. Почему они заблокированы, я так и не могу понять. Ну, допустим, латте макиато, почему заблокирован? Потому что там другие добавки есть. А, ну типа нужно что-то докупать.
чтобы... Да, в этой кофемашине просто нет, всё. Я понял. Ну что, друзья, гостиница «Шератон» в Нижнем Новгороде. Какой хочется сделать вывод? Как говорится, слишком все напускное. Примеры. Заселились, вопросов нет. Вечером куча насекомых. Помимо того, что 40 минут не могли нам сказать, что делать, они нас довели до того, что пришлось собрать вещи, выехать из того номера и прийти на ресепшн. Только тогда, ну, конечно, они сначала предложили дихлофос нам, да, типа, ребят, вот дихлофос есть. Он, говорит, без запаха. Когда мы отказались от дихлофоса, странные мы люди, да, нам дали другой номер. Говорят, нам надо было сразу вам сказать, что мы его готовили в 12 ночи, готовят номер. То есть до 12 ночи он не был готов. Нас переселили. То есть вот такое отношение, изначально такое отношение. Второй пример, тоже очень простой. Кофемашина на завтраке. Те, кто любит кофе, сейчас поймут меня. Есть возможность налить только маленькую чашку капучино. Хотя машина позволяет делать двойной капучино. Но это заблокировано. И вот во всем это видится. В общем, ребят, вам нужно много работать. В Нижнем до сих пор в сердце гостиница «Меркурий». Вот поучитесь у них. Хоть у вас есть и такие огромные возможности, но из мелочей все складывается. А по мелочам у вас очень много косяков. Не советую гостиницу «Шератон». Не стоит она тех денег. Oh, 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 oh
свои скиты. Нет, ну они под кроссовки смотрят, под кроссовки. Угу. Борщ хочешь?